Живем в некоторые иллюзии о том, что якобы Бога нельзя там прославлять в инструментах, но сама традиция библейская говорит нам совершенно об обратном. Всего сердца молитесь, просите у Господа помощи. Я знаю, что здесь и христиане, и мусульмане. Каждый обращается к одному и тому же Богу, Творцу. И вот в ответ на это мы получаем реальную Божью помощь. Разделили долгожданную радость мусульман и православные христиане. Впору переименовать эту улицу в Соборную, например, предложил митрополит Ижевский и Удмуртский. Здесь в ряд и церкви стоят, и мечеть. Я дал обет. Обещание Богу, Аллаху, что когда будут открывать эту мечеть, я подарю ковер. Я так долго ждал этого дня, и вот сегодня хочу обет этот выполнить. Я хочу подарить мечети этот прекрасный ковер, не синтетический. Да вот медленно делай, чтобы они видели. Хоть молились? А что вы говорили? Молились? Просто Бога просили о чем-нибудь, да? Я просила о помощи. Не надо говорить. Было много здоровья. Здоровья. Ну, каждый раз, да, когда преклоняли? Молодец. Я просила всем бедным людям, ну, счастья. Ну, спасибо. Саламу алейкем. Барасим. Барахматула. Кобарака. Кобарака. Валиллахи лхамду. Ваше превосходительство. Верховный муфтий Российской Федерации Шейх-уль-Ислам. Сегодняшнее яркое событие, когда за последнюю неделю мы с Верховным муфтием открываем уже вторую мечеть и второй храм, совершаем освящение. И это есть голос, перст и благословение Всевышнего. Как
Также в молитве приняли участие протоиерей Владимир Федоров, директор Православного института мессиологии, экуменизма и новых религиозных движений, и пастор Михаил Иванов. У истоков прихода стояли мальтийцы, поэтому великий магистр Мальтийского ордена передал в дар церкви фрагмент мощей святого Иоанна Крестителя, небесного покровителя. Бродского состоялась историческая встреча. Святыню впервые посетил наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Павел. Я благодарю Бога за сегодняшний день. Я давно хотел увидеть синагогу, ее устройство. Сегодня Господь меня сподобил. Я встретился с прекрасными людьми. Епископ Украинской Православной Церкви пообщался с главным раввином Киева и Украины Маше Реувеном Асманом и президентом Всеукраинского еврейского конгресса, народным депутатом Украины Вадимом Рабиновичем. В четверг двери Римско-католического кафедрального собора непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве открылись для всех христиан, католиков, православных и протестантов, чтобы в единой молитве обратиться к Господу. В президент-отеле в Москве 22 марта состоялось торжественное открытие года реформации в России. На почве реформации сложилась совершенно новая система образования, высшего образования, которая во многом используется сегодня и обогащает человеческий опыт. Вспомни мира, которую открыли сегодня на мемориальном комплексе Росошки, не культовое сооружение в привычном смысле. Тем не менее, сегодня именно здесь представители двух конфессий провели поминальную службу по погибшим солдатам обеих противоборствовавших сторон. Диалогом о братским сотрудничестве назвал отношения между православными и мусульманами верховный муфтий Талгат Таджуддин. Председатель Центрального духовного управления мусульман России и митрополит Уфимский Стерлитамакский Никон вместе участвуют в важных событиях региона.